Друзья, наш весенний многоликий Бенилюкс известен тем, что едет смотреть те самые миллионы цветущих тюльпанов Кейкенхофа. Но знаете, вот сейчас мы в Амстердаме летом. Сейчас мы в рамках летнего многоликого Бенилюкса. И чуть больше есть времени для того, чтобы погулять по Амстердаму. В Кейкенхоф сегодня не поедем, тюльпаны там не цветут, но зато можно пройтись, например, по знаменитому цветочному рынку Сингл. Вы знаете, фантастическое впечатление оставляет он даже у людей, которые, откровенно равнодушны к цветам. Я не назову себя знатоком цветов, ей-богу, ничего не понимаю в ботанике, но просто здесь здорово побродить. Посмотрите, как все это выглядит. Посмотрите, какие расцветки, формы, какие миллионы луковиц цветов вас здесь встречают. Вон их можно увидеть прямо сейчас. Вы видите, что они продаются вот так вот на развес. Здесь можно поспорить о том, какой сорт лучше. Здесь можно посоветоваться, как лучше их высаживать. Здесь можно купить цветочки в баночках, цветочки срезанные, нарциссы, гиацинты, лилии. Все-все-все, что можно и нельзя себе представить. Буйство цветущих растений, не только цветущих, но и в виде семян луковиц, встречает вас здесь, на рынке Сингл в Амстердаме, конечно.